Насколько вежливы городские автовладельцы проверили члены Химкинского отделения «Молодой гвардии Единой России». Совместно с сотрудниками ГИБДД они провели акцию, посвященную безопасности пешеходов на нерегулируемых перекрестках. Мероприятие было приурочено к летним каникулам. Гвардейцы переводили химчан через дорогу и раздавали листовки. Летний период, вот это наиболее активный период, когда дети начинают перебегать дорогу в неположенном месте, да, когда у них каникулы и много свободного времени. Мы выяснили, как химчане оценивают вежливость автомобилистов и есть ли в городе перекрестки, где дорогу пешеходам не уступают. Где у нас есть такие места, где часто не пропускают пешеходов? Ну, наверное, где-то на Дружбе, в той стороне. Как-то вот я вот в последнее время не сталкивалась с такими явлениями. Как-то все нормально. Уступают. Не всегда, но уступают. Да, всегда уступают.